В общем, вот так происходит сравнение. У нас здесь компьютер FUBAR 2000, музыкальный материал это Lara Fabian, компакт-диск он с помощью FUBAR рипнут, или как это называется. В общем, это флаг какой-то делал. Аркадий Фокс Протеус, Гуру, Рипа. Здесь у нас 9965. GVC, который DV7408 с оптическим выходом. Здесь у нас, соответственно, сам оригинал диска. Подключено оптическим кабелем. Всем уже, наверное, известным Lifotech, процессор Helix DSP2. Сравниваем мы абсолютно одинаковую музыку. Переключения могут происходить оперативно. Процессор поддерживает два источника одновременно. Играет либо USB, либо GVC. В процессоре установлен USB модуль HEC-HD. Подключен он к компьютеру USB кабелем, тут, наверное, метра полтора из комплекта. От процессора кабель самый обыкновенный. Вот так, собственно, происходило сравнение одного трека CD-диска и рипнутый файл с компьютера.